я разбудила тебя. Я тихо прокрался внутрь, но меня сразу заметили. Я очень не хотел тебя напугать, но... Немного... Мне стало одиноко. Можно спать вместе? А... Счастливый? Тогда я залезу под теплое одеяло. Но-но! Тепло. К тому же здесь полно запаха моего старшего брата. Знаешь, мне нужно извиниться перед моим старшим братом. На самом деле, спасибо за просмотр.